Дорогие друзья, и вновь наступил новый день. Мы по-прежнему с вами на связи и еще 10 новелл позади. Уже 24 дня мы делимся с вами забавными историями. И с завтрашнего дня мы продолжим вновь. Ну а сегодня антракт номер 2. Встречайте! Что? Господи, это закончилось, это вторая декада этих скучных, нудных, длинных рассказов. Но у нас по-прежнему все хорошо. Мы здоровы, хорошо, бодры. И мы не унываем. Но что сейчас происходит, я совершенно не понимаю. И не запеть могла я, коль притворилась в явь мечта былая. Придишь, любовь, в залогу тех моих хмельных надежд и светлых сновидений, и песню мы споем не о слезах, об огне твоем, об огне твоем, об огне твоем, но об огне твоем, за тем, что мне гореть так сладко в нем. Тебя божественное восхваля, о, я тебя. Любовь твой пламень охватил меня, что юношу не вела. Ты взору моему не видела, до этого я ни в ком столь много сил отваги было. Нет, равного ему, нет равного ему, и я пою с тобою потому, что страстью госпожа, что страстью госпожа, что страстью госпожа к нему пыла. Тобою и сам пленился мной. Ой, ой. Я в здешней жизни счастлива вполне, а в ней земной счастливей буду вдвое. Я верю всей душой любимому, и нас творец благой за эту веру впустит в двери рая. С этого дня я объявляю третью декаду и предлагаю несколько сузить предмет наших рассказов и ограничиться одним каким-нибудь обстоятельством. Я бы предложила рассказывать о том, как люди благодаря хитроумию своему добивались того, о чем они страстно мечтали, или же вновь обретали утраченное. Поэтому пусть каждый обдумает такой рассказ на эту тему, который мог бы принести нашему обществу, ну, пользу. По крайней мере, позабавить нас! Жду!